Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Ян Пост с композицией Ain't That, что можно перевести в рамках концепции группы как «Схавай это». Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, Boosty Donation Alerts тоже вас ждут, если хотите сказать спасибо, и обязательно телеграм-канал, чтобы не теряться. Погнали! И выглядит все это как фон из GTA San Andreas, либо из GTA 5. Немножко напоминает. Ну, может быть, так и специально сделано. Плюс некоторые инструменты тоже очень сильно напоминают, пока что, которые играли, именно за главную тему GTA San Andreas. Или San Andreas. It's go time. One, two, three, to the full. Young posse, baby, if you know, then you know. Five, six, seven, and eight, yeah. Ну да, тут не то чтобы отсылка, тут похоже прямо, как в GTA все происходит. Вон, видите, уровень розыска растет. Сразу немножко ностальгия во мне заиграла. Сразу вспоминаю эти прекрасные игры. И звучание, оно действительно похоже на то, что было в San Andreas. Именно такое более олдскульное. Ну, вообще, эти девушки достаточно интересные в своих концепциях. Они тяготеют ко всему, что связано с хип-хоп. И в целом-то все инструменты слышно, подгруженный бас, а точнее даже не подгруженный, а прямо синтезаторный такой пилообразный, на фоне вот этот пищащий синтезатор, который опять же вот прямо как в GTA было. Ну, я тут буду ловить бесконечную ностальгию, красотища, просто любо-дорого смотреть. Кто-то скажет, конечно, страшная компьютерная графика местами, но в то время эта компьютерная графика была просто прорывной. One, two, three, to the О, переключение персонажа было прямо как в 5 GTA. Интересно, они вообще с Rockstar договорились о том, что они вот так буквально копируют стиль их компьютерных игр, потому что это ж можно с авторскими правами попасть на большие деньги. Я думаю, что, скорее всего, они получили разрешение или хотя бы уведомили Rockstar, что вот, здрасте, мы делаем клип в стиле вашей игры. А по поводу звучания, трек как бы достаточно стабильный. Я, видите, больше фокусируюсь на визуальном ряде, потому что ностальгия. Хорошие игры. Thank you.
кстати, есть и обычный бас, который просто густой, относительно чистый. То есть тут много очень интересных инструментов, но все очень сильно тяготеет не только к GTA вот в плане саундтрека, но и вообще, в принципе, к чему-то более олдскульному. В целом, у них достаточно много таких композиций, где есть вот это вот тяготение к олдскулу. Ну, зумеры открыли для себя олдскул, это тоже хорошо. Ну что ж, огромная порция ностальгии в плане визуального ряда, прекрасные девушки. Мне нравится их стиль. В принципе, некоторые из их композиций до сих пор в плейлисте заслушиваются до дыр и дыр на дырах, поэтому все прекрасно. По поводу инструментала сказать нечего, он абсолютно сбалансирован, то есть здесь нет каких-то выпирающих частей, то есть, ну, ближе к тому вот... винтажному уже, можно сказать, если некоторые называют фильм, который вышел год назад, старьем. В общем, да, винтажному звучанию, которое все равно хорошее. Так что добро пожаловать в плейлист и список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, YouTube-спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Несмотря ни на что, пока живы вы, жив я, и пока есть возможности бороться с текущими ограничениями. Далее, бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Если хотите поддержать канал, тем более трехмерность автора зависит от вас. Ну и мышечная масса тоже потихоньку начинает расти. Так что заранее спасибо. Кроме того, Empa Reviews обязательно проходим. Кей-поп новости, вот просто новости, новости без всяких визгов, оров и прочего. Ну, разве что в моменты озвучки комментариев особых фанатов. Далее, MP Entertainment музыка, трек «Яблоки и манго», самое летнее, что я выпускал, продюсировал и сочинял, так что обязательно слушаем, делимся, стримим. Телеграм-канал, хаб-локация по-прежнему Максим, и я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.